как минимум 44 погибших в результате страшного теракта в Сирии. В нашей стране их стало слишком много, пора бы им проваливать. Многие опасаются, что начинается новая ядерная гонка, поскольку США, Россия и Китай... 2 года назад. Когда мир был дерьмом. Да сколько можно? Сказала же, что скоро приеду, дома разберемся. А я ей такой говорю в ответ. Ты мне больше не нужна. Эй, детка, как она? На меня смотри, когда я с тобой разговариваю. Эй, чувиха, давно не виделись. Чё, где ты пропадаешь? Я думала, ты придешь на эту тусовку, но тебя не было. Мы же подруги, но как будто бы тебе совсем по барабану. Привет, Шейн. Ну ладно. Чё, может, в выходные придешь на мой день рождения? Тильда, я оставляю уже 3-е сообщение. Не могла бы ты ответить? И дело вовсе не в том, что я подарил тебе жизнь, зачав тебя с... Как же тихо. Раз, два, пацанва. Меня зовут Тильда. Я живу в Сиднее, Австралия. С рождения. Я сегодня проснулась, и все стало каким-то другим. На моей работе никого не было. Улицы без людей, машины пустуют. Все пропали. Друзья, семья. Все. Если кто-нибудь найдет эту запись, если кто-нибудь послушает ее, да пошли вы. Вальсирующая Тильда. Здесь была Тильда. Музей Нового Южного Уэльса. Я король мира! Ой. Сегодня. Ты же помнишь, какой сегодня день? Какой? Ты считаешь? Ну, как-то трудно позабыть. Все просто взяли и исчезли. Ни тел, ни следов. Ну вот опять ты за свое. Необходимо найти логическое объяснение. Может, они ушли в мир иной, а про нас забыли?
Типа один дома, но в планетарном масштабе. А может, их и вовсе не существовало. Возможно, они были просто плодом воображения. Иногда мне хочется, чтобы ты был плодом воображения. Ну, не знаю. Может быть, таков наш личный ад? Если это так, то в аду не так уж и плохо. Знаешь, есть одна теория, к которой я постоянно возвращаюсь. Да мне плевать. Вообще пофиг. Хватит задаваться вопросами. Просто кайфуй. Чистилище. Это испытание. И не войдет в рай ничто нечистое и все такое. Ты умерла, но ты явно не готова к тому, что будет дальше. Никакое это не чистилище. Тут офигенно. Лучшее время планеты Земля. Никаких конфликтов, никаких войн, нет голодающих детей. Детей вообще нет. Угроза человечеству исчезла. Это мое королевство, Шейн. Твое пустое королевство, Дурында. Именно так. Египет — это не только река Нил. Что хорошего в человеческом опыте, если им не с кем поделиться? Все чертовски круто, вот что. И кроме того, у меня есть ты и Гэри. Да, но... Чё? Какой еще Гэри? Здорово, бро. Я встретила его на днях. Встань у меня на пути, и я выбью из тебя все дерьмо. Ха! Да не, рад знакомству, Шейн. Засал, да? О, боже. Она сошла с ума. Ты чё такой грустный? Похмелье? Заткнись, Гэри. Эй! Будь добрее, чувак! Сегодня особенный день, и мы должны праздновать. Чем это отличается от того, что мы делаем каждый день? С двухлетней годовщиной, дружище. Ну и? Так тебе, Сиднейская телебашня! Сейчас и будет? Да блин! Должна была взорваться, когда я указывала на нее. Могло быть офигенно. Знаешь, вот почему... А, ну вот. Хм. Где сегодня заночуем? В пентхаусе у Таунхолла? Или у церкви Святого Иакова? Какое же у меня крутое королевство. Что-то не так? Ты можешь быть последним выжившим человеком, и вот что ты делаешь со своим даром жизни? Ты называешь себя королем, при этом наплевав на свой мир. Ты за собой даже не следишь, тупица. Да ты чё? Ты продолжаешь говорить о том, каким дерьмом был тот мир, но ты хоть что-то делала, чтобы он стал лучше? Я... Ты хоть кому-нибудь помогала? Чё ты меня лечишь? Как будто всему остальному миру было не насрать. Ты сама часть этого мира. Какая ты, таков и мир. Да поздняк уже метаться, разве нет? Короче, раз у тебя все, где ночевать-то будем? Ну и пошел ты! Я остаюсь здесь, а ты можешь идти куда хочешь, сварливый уродец. Мне нравится спать на улице. Мне противно видеть, что ты делаешь с собой. Ну и проваливай тогда, сраный кролик! Че тебе от меня надо? Я просто... Я... Да ничего мне не надо. Тогда отвали, уходи! Ты мне не нужен! Шейн? Шейн. Шейн. Эй, чувиха, давно не виделись. Чё, где ты пропадаешь? Я думала, ты придешь на эту тусовку, но тебя не было. Мы же подруги, но как будто бы тебе совсем по барабану. Ну ладно, Че, может, в выходные придешь на мой день рождения? Будет праздничный торт и пиво. Будет здорово, если ты придешь. Я очень соскучилась. Спасибо за заботу о Шейне. Обещаю, что скоро заберу его. Ну ладно, до встречи. Тильда, я оставляю уже третье сообщение. Не могла бы ты ответить? Я просто хочу знать, что ты в порядке.
Слушай, в эти выходные в кинотеатре будет показ «Ночь живых мертвецов». Было бы классно повидаться. Надеюсь, скоро поболтаем. Люблю тебя, доченька. Тильда, все будет хорошо. Они тебе не нужны. Все будет. Не могу, понимаешь? Я так больше не могу. Все кончено. Да забей на него. Реально хватит. Он полный мудак. Что? И это конец этого дурацкого фильма? Я умер, и на этом все? Не-не-не-не. Стоп, стоп! Остановите титры! Такая концовка не катит. Просыпайся. Фильм продолжается. Так ведь? Так. Просыпайся. Просыпайся! Раньше я думала, что лучше быть несчастной в одиночестве, чем несчастной с кем-то. Наверное, так было проще. Ночь живых мертвецов. Земля и без нас неплохо справляется, не так ли? Но я хочу, чтобы было иначе. Я скучаю по людям. Ну, по некоторым. Мне повезло, что у меня был ты. Шейн, я буду скучать по тебе. Извините. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Айрон Ники. Роли озвучили Елена Лунина, Анастасия Иноземцева, Ангелина Гундорина, Елена Шеремет, Олег Абдуназаров, Андрей Бахтин, Кирилл Патрино и Михаил Полежаев.